Железная дорога – это зона повышенной опасности для человека, у которого нет проблем со здоровьем. Особую же осторожность приходится проявлять тем, кто в силу разных причин плохо или совсем не видит, то есть инвалидам по зрению. Именно поэтому так важно не оставаться безучастным, не проходить мимо человека с белой тростью, который, возможно, в нерешительности стоит на железнодорожном или автовокзале. О том, как чувствуют себя люди с нарушениями зрения в общественных местах и как им можно помочь, сегодня шел предметный разговор в рамках специального семинара. Во-первых, наша задача – рассказать участникам семинара о том, кто такие незрячие люди. Кажется, звучит банально. И тем не менее, глубокого осмысленного понятия люди не имеют о нас. Потому что, ну, очки и очки. Ну, идет с тростью, да идет. А на самом-то деле, насколько это проблематично, насколько это глубокая проблема для человека. Вот сегодня мы пытаемся эту проблему раскрыть. Мы дадим немножко теоретической части, а затем на практике хотим отработать вот эти теоретические навыки, чтобы сами проводники посмотрели, как реально надо обслуживать человека, в первую очередь, тотально незрячего и человека, у которого низкий остаток зрения. Однако помощь важно оказать грамотно. Первое и самое основное правило – узнать, нуждается ли в ней человек. Многие инвалиды по зрению адаптированы, хорошо ориентируются и передвигаются самостоятельно. Тогда навязываться не стоит. Но если ответ положительный, нужно спросить, как именно вы можете помочь, и ни в коем случае не пытаться силой тащить человека. Он сам пойдет за вами, только подайте ему руку. На что обращаться будет внимание? На посадку в вагон, на выход с вагона, на обслуживание во время движения поезда, буквально до мелочей. Это все жизненные проблемы, с которыми сталкиваются люди, точно незрячие люди, точно так же, как и все остальные здоровые люди. Только для них это гораздо проблематичнее. Вот буквально на все бытовые аспекты и в первую очередь на этикет общения с людьми со слабым остатком зрения и с тотально незрячими. Теоретическая часть – только одна из составляющих семинара. После ее прохождения участников ждет практическое закрепление материала. Завтра такое же мероприятие будет проведено и на базе Брестского автовокзала. К слову, подобное специализированное обучающее занятие в рамках месячника «Человек с белой тростью» в настоящее время проходит на территории всей страны. Весь этот комплекс призван показать и доказать, что безбарьерная среда – это не только и не столько технические приспособления, сколько в первую очередь человеческое участие.